Глава вторая. НКВД. Детство. Влас бежал в дом и встал как вкопанный. Тала лежала на полу, бабушки нигде не было. Вещи в доме были перевернуты вверх дном. Влас жил в соседском поселке и иногда заходил к ним по каким-то делам. Вихрь, так называли его на селе, был высокий 16-летний парень, немного суровый, но очень симпатичный. Его кудрявый чуб гордо торчал из-под фуражки, что он носил на бекрень. Паренек, пытаясь приподнять Наташу, тихо произнес: «Талочка, что случилось? Это НКВД?» Взглядом уперся в ее разбитый в кровь подбородок. «Ох, как они так, сволочи!» Чуть хрипло произнес он и замолчал. «Можешь не говорить, мне и так все ясно. Эти скоты переодеты предатели, они шныряют по всей округе и ищут кого-то. Уже арестовали зампреда Василия». Наташа молчала, а на глазах застыли слезы. Потом, придя в себя, еле слышно сказала: «Мне надо во что бы то ни стало освободить дядю. У меня есть доказательства, что отец невиновен. В его портфеле все секретные сведения, документы. Папа сам мне говорил, что в этом портфеле вся его жизнь». Она сквозь боль еле поднялась с пола. Все тело болело. Влас достал носовой платок и стал вытирать кровь с ее подбородка. Тала как-то резко развернулась и, пошатываясь, прошла в папин кабинет. Среди смятых бумаг она нашла портфель, прикрытый старой газетой. Он лежал на столе, а рядом пачка папирос со спичками. «Боженька, ты меня любишь!» – прошептала она и перекрестилась двумя пальцами, как крестили староверы. «Влас, а ведь они искали именно эти документы!» – сказала Тала и открыла портфель, где лежала толстая папка. «Перерыли весь дом из-за него, а он лежит себе на видном месте!» Наташа громко рассмеялась, смех не прекращался, а этот нервный приступ переходил с смеха в слезы. Влас обнял ее крепко-крепко и сказал: «Тала, я тебя не брошу, я с тобой теперь. А ты знаешь, мы вместе найдем батьку и спасем, и бабушку Нюру спасем», вытирая слезы со щек девочек, добавил Влас. Наташа проворно положила в рюкзак папиросы со спичками, а портфель засунула просто в торбочку, что висело у нее через плечо. Вдруг на пороге Тала остановилась и тихо сказала: «Надо помолиться на дорожку». Потом скрестила ручки и прикрыла глаза. Влас смотрел на нее, затаив дыхание, и непонятное чувство нежности и теплоты впервые тронуло его юное сердце, переполняя то радостью, то грустью. Все смешалось в это мгновение. Когда они вышли, шел тихий снег. «Снег — это хорошо», — сказал Влас. «Наши следы заметет. Так никто нас не увидит». При этом он улыбнулся своей озорной мальчишеской улыбкой. Ох, и любила Талочка эту Власкину улыбочку. Влас взял ее за руку. «Натка, а что тебе больше всего нравится?» – неожиданно спросил он. «Я люблю тишину слушать, когда утром тихо-тихо, еще когда в церкви колокола звонят». Она посмотрела на небо. Влас все больше и больше влюблялся в девочку и думал, какая же она красивая, добрая, маленькая, крошечная фея. «Я буду всегда ее защищать», – решил для себя Влас. «Влас, я не могу об этом не думать. А что, если найдут прежде папу, чем я передам документы и отправят в Бутырку?» Шум моторов заглушал ее голос. Неожиданно к ним навстречу выехали мотоциклисты с солдатами рейха. Натка стала прижимать этот портфель еще крепче. Когда солдаты приостановились и хотели что-то спросить, она вдруг бросилась к Власу на шею и поцеловала в губы. От поцелуя закружилась голова. Снежинки нежно ложились им на щеки, сердце бешено колотилось, и казалось, что все далеко-далеко, будто не с ними.